меня зовут Богдан, мне 14 лет, я из города Перми. В детском клубе «Электрон» я занимаюсь в кружке спортивного авиамоделирования. В кружке моделирования мы занимаемся разработкой, постройкой самолетов различных классов и уровней. Это комнатная свободно летающая модель на резиномоторной тяге весом около 3 грамм. Изготовленная на стапелях из американского дерева, летающая около 10-15 минут в закрытых комнатных помещениях, по кругу все. Я решил представить эту модель, потому что ее достаточно сложно изготовить, она очень мало весит, и это достаточно интересный класс. На изготовление этого планера уходит около 2-3 месяцев. За 6 лет я научился, в принципе, собирать то, что может полететь, радиоуправляемые модели, умение ими управлять, это тоже достаточно сложно. Разбираюсь в авиамодельной электронике, простейших законах аэродинамики и так далее. Еще я хочу поступить в летное гражданское училище и выучиться на пилота гражданской авиации. Я бы хотел пожелать всем участникам конкурса удачи, а себе счастья.